Притча «Развлечение богов». Как-то раз боги, собравшись все вместе, решили поразвлечься. Один из них сказал: «Давайте что-нибудь отберем у людей». После долгих раздумий решили они отнять у людей радость. Вот только куда его спрятать? Первый сказал: «Давайте запрячем его на вершине самой высокой в мире горы». «Нет, мы сделаем людей сильными. Кто-то сможет забраться и найти. И если найдет один, все остальные сразу узнают, где радость», — ответил другой. «Тогда давайте спрячем его на дне моря». «Нет, не забывай, что люди любопытны. Кто-то сконструирует аппарат для подводного плавания, и тогда они обязательно его найдут. Спрячем его на другой планете, подальше от Земли», — предложил кто-то еще. «Нет, помню, что мы дали им достаточно ума. Когда-нибудь они придумают корабль, чтобы путешествовать по мирам, и откроют эту планету, и тогда обретут радость и счастье». И тут самый пожилой бог, который на протяжении всего разговора молчал, сказал: «Я думаю, что знаю, где нужно спрятать радость». «Где?» «Спрячем внутри них самих. Они будут так заняты поисками снаружи, что им и в голову не придет искать внутри себя». Все боги согласились. И с тех пор люди тратят всю жизнь в поисках радости и счастья, не зная, что на самом деле все спрятано в них самих. С вами была Юлия Жукова.